Всем привет! В этом видео я хочу показать химическую реакцию соды и сахарной пудры под воздействием высокой температуры, то есть огня. Как я уже сказала, нужно приготовить пищевую соду и сахарную пудру. Нам нужно сделать смесь с соотношением 1 к 4, то есть 1 столовая ложка соды и 4 сахарной пудры. Также нам понадобится жидкость для розжига костра и песок. Так как в эксперименте будет использоваться огонь, поэтому советую проводить его на улице. Ну и как раз сегодня мы отправляемся на дачу. Для начала высыпаем песок, делаем в его центре углубление. Далее нужно пропитать песок жидкостью для розжига. После этого в центр высыпаем нашу смесь и поджигаем. Под воздействием высокой температуры в нашей смеси происходит химическая реакция. Из нашей смеси начинает образовываться пористое вещество, которое продолжает расти, пока продолжается горение огня. Приготовьтесь к тому, что процесс не очень быстрый и займет много времени. У нас видео заняло около 15 минут, поэтому мы для вас ускорим видео в несколько раз. Внешне это напоминает какие-то странные щупальца, как будто к нам кто-то хочет попасть из другого измерения. И как только мы уничтожали старые щупальцы, на их месте вырастали новые. Интересный эксперимент на свежем воздухе. Надеюсь, он и вам тоже понравился. Хочу передать привет и сказать спасибо всем тем, кто пишет комментарии. Я очень рад, что вы поддерживаете мой канал. Ну а на сегодня все. Всем пока и до встречи в новых видео.